Вечно мне не везет. Помочь тебе? Сальве. Сколько цветов? Похоже, твоему мужу сильно повезло. Это мне повезло, а не ему. Ты мне поможешь? Давай посмотрим, что можно сделать. Наверное, я немного запутала тебя. Да? Я не замужем. Эти цветы для вечеринки. А я приглашен? На день рождения Клаудио де Торре? Поможешь мне, возьму с собой. Мне очень нужен шикарный спутник. Ты думаешь, я шикарный? Я поняла это, увидев тебя. Ни у кого нет такой гордой походки. Ты бы мог поспорить даже с самим Эцио Аудиторе. О, а что ты знаешь об Эцио? Клаудия его обожает. Но он редко заходит к ней. Говорят, они не очень близки. Верно, я редко навещал ее. Нет. Ты? Но ведь это было задумано как сюрприз. Обещай, что не скажешь Клаудии. А что я получу за свое молчание? У меня есть несколько идей на этот счет. Обсудим это, когда доберемся до виллы. Теперь поговорим о плате за молчание. Я кое-что придумала. Но есть одно условие. Назови его. Ты должен подождать до завтра. Ради тебя я готов на все. Ты не пожалеешь, Эцио. Поверь мне. Бонжорно. Эцио, Марио убьет меня. Я упустил его любимую лошадь. Не волнуйся, я приведу ее. Благословит тебя Бог. Держи. Спасибо, Эцио. Я уже слишком стар, чтобы бегать за лошадьми. Береги себя. Не бросайся в каждую битву, как твой дядя Марио. Свою битву я уже выиграл. Это отличная новость. Аривидерчи, Эцио.
Так, это и есть новое орудие? Да, сеньор Эцио. Могу я испытать их? Да, но... Давай, скажи ему! Нам не удалось подготовить их к стрельбе, а тот кретин, кто устанавливал их, куда-то пропал. Значит, мне придется найти его. Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время. Ничего. Времени у меня достаточно. Боже, откуда берут? Салва, мессере. Мы хотим починить эти орудия, и нам нужна ваша помощь. Оставь меня в покое. До полудня я ничего чинить не буду. А вы знаете, который сейчас час? Я делаю пушки, а не часы. Ну, раз вы заняты, их починит кто-нибудь другой. Уне моменто. Я никому не позволю трогать мои пушки. У солдат нет никакого уважения к артиллерии. Им кажется, что пушки волшебные, что они стреляют сами по себе. А ведь орудие нужно чувствовать. Сейчас у нас только примитивные орудия. Но я добыл чертежи одного французского изобретения. Железного убийцы. Представьте себе, пушка, которую можно держать в руках. Оружие будущего. Что вы наделали? Мы стреляли? Они же еще не готовы! Из-за вас нас всех могли убить! Дайте взглянуть. Его перегар еще хуже, чем пушки. Только когда из них стреляют такие кретины, как вы. Вот, попробуйте. Наведи орудие, чтобы проверить прицел. Черт!
каждый из вас умеет стрелять. Теперь займемся второй. Мне пора. Спасибо за помощь. Если завтра утром услышите пальбу, не беспокойтесь. У нас будут учения. Все равно это вам не поможет. Очень смешно. Теперь чини вторую пушку.